Окей, baby, I'm back. Ну, то есть я вернулась к примеркам. Вот, кстати, вот этого не было в тот раз, когда я... В тот раз, когда я снимала. Но это 34 размер, и я, конечно, в него никак не влезу. Посмотрите, какое платье красивое. Сейчас пойдем что-нибудь померяем. Очень хочется мне померить это Dolce & Gabbana платье, но мне тоже кажется, что оно мне маловато будет. Какой-то размер. 38-й. Итальянский. Думаю, что я в него не влезу. Окей, будем примерять то, во что влезу. Девочки, привет! Я вернулась. Я сегодня выгляжу, как я неслась бегом-бегом. У моего сына была церемония по окончанию школы. Кончили они учебный год. Я как-то так оделась, как оделась, знаете, особенно не нарядно, ничего особенного. Чтобы вы понимали, я была одна из самых нарядных мамаш там. Все это было на улице, под жутким ветром, волосы у меня похожи на неизвестно что, потому что меня трепал ветер на протяжении получаса, пока мы все стояли в масках, на приличном расстоянии друг от друга, в общем, короче. Поэтому я сегодня какая-то как с бодуна чумовая. Все это размазано масками, в общем, помада, кошмар. Ну, все равно покажу. Юбка вот такая у меня, топ белый, у нас жарко. Вот такие босоножечки джинсовые у меня на малюсеньком таком Kitten Heel. И вот такая джинсовая сумка, которая очень подходит к этим босоножкам. В общем, я, как всегда, комплект. Ну, в принципе, вот такой вот аутфит, он, если честно, он на фотографии, на видео выглядит, он меня здорово полнит. А в жизни это выглядит лучше, девочки, честное слово. Все, значит, набрала я. Там-там-там. Одежды сейчас мы будем мерить. Много чего нету, что было в тот раз, когда я приходила. Много чего я взяла, не знаю размеров. Я не знаю размеров там Balenciaga, Dolce & Gabbana и всего вот этого. Я брала на глаз, Prada. Ну, в общем, давайте примерять. Начнем, наверное, с юбок, потому что у меня из топов, по-моему, только свитер теплый. А, и поэтому я его, наверное, оставлю. Ну, в общем, посмотрим. Так, давайте начнем примерять. Так, юбочка из Prada, в стиле девочка-припевочка, немножко выше колена, очень симпатичная, но ничего особенного, за цену 299, то есть $300, I mean, вы понимаете, да, что я имею в виду, причем это, по-моему, синтетика, чистая ган синтетика, не уверена, но я думаю, что так, вот так вот она выглядит. Хорошенькая, девочки, но за $300, согласитесь, ну согласитесь со мной, что я не придумываю и не нагоняю пургу на дорогие бренды. Действительно, ничего в ней нет особенного. Низ так вот обработан, вот таким, знаете, то есть показать. Вот так обработан низ, руликом даже не подложен. Ну, в общем, может быть, с другим топом. У меня нету топа другого, у меня есть только свитер. Может быть, я сейчас, кстати, со свитером померю. Свитер похожего цвета. Свитер от бренда Max Mara. Сейчас покажу вам свитер. Свитер очень симпатичный, значит, цвет шикарный. Есть такой и есть синий. Стоит он всего лишь $130. Это Max Mara, сделано в Италии. 70% шерсть, 30% кашемир. Очень симпатичный свитер, и я с ним хочу померить вот эту вот юбку, тоже максмаровскую. Они очень подходят по цвету. Попробую их вместе. Я, собственно, для этого принесла. Но меряю еще с этой юбкой, потому что здесь, видите, цветочки вот такого же точно цвета, как свитер малиновый. И я вам хочу сказать, что, в принципе, ну, сейчас носят летние вещи, вот такие вот тонкие вещи зимой. Но не зимой-зимой, а, скажем, осенью или весной, когда еще не очень холодно или не очень жарко. И вполне можно носить свитер вот с чем-то вот с таким вот, по-моему, симпатично. Вот так и два красивых цвета очень красиво сочетаются, девочки, правда? Проверила я ее состав, 100% синтетика, 100% полиэстер, так что, ну вот не знаю, за что такие шаленые гроши, $300. Причем это $300 она стоит уже здесь, в аутлете, а сколько она стоила в магазине Prada. Видите, у них здесь нету цен.
Это размер 40-й, и она мне так тютелька в тютельку. И цен нету, да. Ну вот, 100% полиэстер. Ну, хочу вам показать, как они бережно ее прицепили к вешалке. Вот проложили вот такие вот кусочки ткани для того, чтобы вот эти вот вешалка не отжалась на юбке. Молодцы. Вот за это молодцы. А так, ну, ничего такого особенного, ну, симпатично, но полиэстер, в общем-то, все дела. Ладно, поехали дальше. Вы знаете, что они подходят по цвету, но они не подходят по фасону, потому что юбка, видите, здесь сделан пояс, и здесь такие защипы, карманчики, и подразумевается что-то, конечно, что должно быть заправлено внутрь. Я сейчас этот свитер сниму, оставлю со своей майкой, что, в общем-то, не совсем немножко диссонанс, потому что юбка очень зимняя, в ней хороший состав, там махер, шерсть, я потом его покажу. Стоит она у нас здесь, в магазине, $130, а в магазине Max Mara канадском он стоит 675. Я нашла цену, тоже вам сейчас покажу. Ну, вот так вот она выглядит. Это 40-й размер, она мне тоже очень-очень так впритык, мягко говоря, так. Могло быть побольше, в талии, во всяком случае. Но выглядит симпатично, но не с этим свитером, конечно. Сейчас я его сниму. И, в общем, вот такая юбчонка. Очень приятная, видите, какая ткань. Махер, в общем-то. Класс, класс. За $130 я считаю, что это недорого. Ну, относительно, конечно. Вот видите, максмаровские вещи имеют цену максмаровскую. И этот свитер стоил у нас... Видите, CAD – это канадский доллар. CA для, это stands for Canada, and доллар – это доллар. Значит, $695 он стоил этот свитер в магазине Max Mara. И сейчас я вам покажу вот эту юбку, чтобы вы понимали, как она должна выглядеть не со свитером, а с тем, что-то, что можно заправить внутрь. Девочки, по-моему, с размерами я очень сильно облажалась, потому что мне кажется, что люксовые вообще вещи в размерах очень мало мерят. Я, правда, брала уже побольше, на самом деле. И вот мне кажется, что, например, вот это зеленое платье я не влезу, но очень жалко, хотелось бы его померить, но посмотрим. Ну, в общем, вот такая юбочка, такая деловая колбаса, в офис ходить зимой. Но, если честно, она очень теплая, и сидеть на работе в ней, не знаю, можно, наверное, запариться. Везде же отопление и все. Так, поехали дальше. Так, состав ее... 78% махер, 16 полиамид, 0,6 катон. Ну, в общем, хороший состав. И стоила она в магазине Max Mara $675 тоже. Та-дам! Юбка Balenciaga. Немножко мне великовато, но, в принципе, нормально. Что-то за размер, я не знаю, 42, по-моему, европейский. Или наш 42, не знаю. Но это же что-то с чем-то. Посмотрите на это... На это чудо, девочки, я серьезно, если вот она не стоила таких шальных денег, а стоит она... Вот вчера мы видели, была одна на распродаже, а сегодня уже распродажи нет. Я потом проверю, сколько она стоит, у меня там этикетка сзади, я не хочу уже вертеть, я вам потом скажу, стоит она немало. Но вот серьезно, это же класс, посмотрите, какой класс. Я понимаю, что это павлин, я понимаю, что это... не знаю даже, кто еще... Но, во-первых, мне кажется, что ее можно вертеть как хочешь вокруг своей оси. Вот можно сделать ее вот такую. Так, так. И тогда здесь будет раз кусочек, два кусочка, а спереди вот такая вот фигня. И написано Balenciaga. Везде написано Balenciaga. Потом ее можно вот так повернуть. Здесь вообще везде написано Balenciaga. Здесь написано... Ну, здесь такой еще запах. Слушайте, а может, вот это вперед? Может, запахом надо вперед носить? Я не знаю. А где этикетка? А, этикетка вот здесь. Обычно этикетку вешают сзади. А и стоит она $799. Вот. Шаленые гроши. За такие деньги, конечно, покупать юбку, такую, которую один раз оденешь, и все тебя в ней запомнят. И ты второй раз ее уже не оденешь, и вообще за $800 покупать юбку, я считаю, это чистое разорение и совершенно неправильно. Но она такая, знаете, юбка-многофункционалка. Хоть так ее одень, хоть эдак, хоть сяк, хоть бряк, в общем. Интересная, но интересная вещь, конечно. Хотя, безусловно, это она не стоит, мне кажется, не стоит таких денег, девочки.
если кто может купить за эти деньги, для них это как бы, кто может просто вот пойти купить за 800 долларов юбку, абсолютно не отняв это из бюджета на что-то другое, то, конечно, замечательно, прекрасно. Но для меня, например, купить такую юбку, я должна подумать, где я потом эти деньги, на что я их не потрачу, на что-то, может быть, более нужно. Так, идем дальше. Платьице Prada. Это какой-то большой размер, оно мне чуть-чуть великовато. Ну, хорошо, что не мало, значит. Ну, это прям, знаете, такое мое-мое. Цветочки. Розовые. Тут резинка на талии. Здесь какие-то бисюльки болтаются. Я не очень знаю, что с ними делать. Их, может быть, надо завязывать вот тут, наверное. Или просто, чтобы они так свисали в свободном полете. А, или вот так? Нет, не так. В общем, или они должны просто так висеть, или их нужно завязывать, может быть, сейчас. Вот такой, типа, бант. Сейчас, секунду. Вот так, да? Мне кажется, так больше... Не знаю. Не знаю, девочка. Ну, неважно. Anyway, значит... Оно, знаете, такое же, как такой же расцветки, ну, такой же ткань, как вот эта вот голубая юбка, которую я мерила первая, только розовый цветочек. Ну так оно мне великовато. Я сейчас посмотрю, какой размер, сколько оно стоит. Хорошенькое. 600 долларов, по-моему, оно стоит. Хорошенькое, ничего не скажешь. Тоже девочка-припевочка. Кьют. Так, размер, девочки, я не знаю, 48. Прадовский размер 48. Я вообще ничего не понимаю с этими размерами. Стоит оно 600 долларов. Я беру свои слова назад, потому что я посмотрела состав. Это 100% шерсть. Ой, шелк. 100% шелк. Поэтому, конечно, цена, в общем-то, оправдана. Потому что вот эта юбка была полиэстровая. Видите, это тот же самый рисунок ткани, но ткань сама другая. Это платье шелковое, да. Красивое платье, интересно. Но размер великоват мне, конечно. Еще одно платье, оно мне тоже великовато. Ну, вот тут вот, видите. Тоже 100% шелк. Заранее посмотрела, чтобы уже не говорить. Тоже Prada, тоже 600 долларов. Карманов нету. Вот в таком платье должны были быть карманы. Ну, в общем, короче, если бы его вот так вот утянуть, наверное, на размер 2, то было бы шикарно. Такой красивый вырез, такой красивая юбка. Так, знаете, хорошо подчеркивает фигуру, длина хорошая. Очень классическое, элегантное платье. И было бы вообще прекрасно, но очень невелико. Кстати, в нем, по-моему, должен был быть пояс, который, видимо, потерян. Потому что, видите, вот если я вижу сбоку такая вот ткани, видите, вот из ниток вот такая вот штука, в которую должен был вставляться пояс. Может и нет, я не знаю. Но во всяком случае, вот так вот, видите, я его взяла, вот так вот, хоп, на 2 размера уменьшила и получилось. То платье было с резинкой, так еще как-то ничего. А это, конечно, очень небольшое, но вот так вот оно бы выглядело шикарно. Классическое платье, Prada, шелковое, потрясающе. Красивый вырез, очень красивое платье. Ну, вы знаете, что я люблю такие вещи. Очередное платьице Prada. Очень, вот это мне прямо очень нравится. Оно мне и по размеру больше подходит. Ну, как-то небольшое. И оно дешевле, оно из вискозы, поэтому оно стоит 400 долларов. И я потом с ним покажу. Оно так интересно сделано. У него все швы сделаны как будто бы наружу. Ну, в общем, так не видно. Я вам потом поближе покажу. Очень симпатично, интересно. Видите, вот здесь вот оно такое, так вот обрезано. Такое вот, ну, в общем, необычно шито, красиво, необычно, интересно, очень симпатичное, очень такое летнее, вискозы, шикарно, красивое платье, стоит 400 долларов, я, по-моему, уже сказала. Здесь много-много маленьких пуговичек, вот это вот все застегивается, оборочка на такие маленькие пуговички, которые очень удобно застегиваются. Ну, в общем, сейчас сниму вам, покажу, как оно сделано. Смотрите, девочки, видите, как оно интересно сделано? Здесь все швы как будто бы сделаны наружу, вот так вот, и не обработаны. Это так оригинально, красиво смотрится. И вот у него много всяких здесь клинья. Разрезано, подрезано. В общем, симпатично. И маленькими буквочками здесь написано Prada, Prada, Prada. И вот здесь вот такие вот пуговички с петлями.
$400 она стоит, красивое платье, очень красивое. Вот это мне прям нравится, прямо очень. Сейчас будем есть вот это зеленое, мне кажется, оно мне мало. Я что-то совсем с размерами. Эти у меня 44-й, тот был 48-й, мне его велик, а это 38-й. Я, по-моему, брала 40-й, почему все же у меня 38-й остался в руках, я не знаю, я что-то перепутала. И здесь такая штука, что здесь не замок, а вот такие вот кнопки, в общем, не знаю, попробую влезть в него. Так, я буду стоять этим боком, потому что застегнуться я в нем не смогла. Вот эти вот кнопочки на мне не сошлись, сильно причем не сошлись. Оно очень красивое, девочки, оно шелковое, 100% шелк. Сейчас я так вот сделаю, чтобы прилично выглядеть вот так. Ну вот, если бы оно мне было как раз, вы понимаете, как бы оно выглядело. Очень красивое платье, стоит уже $600. Значит, я хочу сказать, что пару дней назад, когда я была в магазине, их было очень много, прям очень. А сегодня осталось, по-моему, 2 или 3. И вот только вот маленькие размеры. Ну, в общем, красиво-красиво. Шелковое платьице. Очень симпатичный, размер маленький. И, по-моему, больших размеров нету. Последнее платье. Dolce & Gabbana. Ну, вы уже узнали, наверное, правда, рисуночек. Потрясающие эти розы, шикарная, конечно, расцветка, очень красивая. Единственное, наверное, одно из единственных платьев, которое мне подошло по размеру, стоит $600, состав вискоза с хлопком. Ну, такое, платьице-футляр, немножко вышедший из моды, по-моему, но я не знаю, Dolce & Gabbana до сих пор делает эти платья, или это как бы уже такой пережиток. Многолетние остатки какие-то, но расцветка шикарная. Ткань тоже очень приятная, она, видите, не только расцветка, она, сейчас я попробую сфокусироваться, она еще и с выделкой, видите? Вот решила снять поближе, хочу вам показать ткань. Видите, она не просто в цветы, она с такой выделкой, и здесь написано Dolce & Gabbana. В одном месте, да, в двух. Вот так. Кстати, рисунок на ткани, ну, я бы сказала так, процентов нет, вообще не совпадает. Вы понимаете, о чем я? Это я Моримека ругала, что у них не совпадает рисунок. Вот вам, пожалуйста, Dolce & Gabbana. Я не знаю, девочки, я что-то слишком требую, много от них требую или что? Может быть, такой рисунок не должен совпадать с цветы? Не знаю. Ну, нигде вот, нигде не совпадает. Прада вот тоже нет. Ну ладно, неважно. Так, лирическое отступление. Вот, это размер, по-моему, 40-й или 42-й. Ну вот, может быть, путаю. Ну, это не важно. $600 оно стоит. Вот такое вот летненькое, легенькое, веселенькое платьице. Расцветка шикарная, конечно. Ну, фасон такой, старомодный немножко. Но, в принципе, это классический фасон, который никогда не выходит из моды, по-моему. Правда же, девчонки? Все. На этом платье в цветочек Dolce & Gabbana. Я с вами попрощаюсь. Я очень устала, мне надо идти домой. Я очень устала от этих примерок. Все, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вам понравилось. Просто вот, как вы видите, цвета, расцветки, лето, бренды, Prada, Balenciaga. Я, в общем-то, вас пыталась порадовать и удивить. Не знаю, удивила ли, но я надеюсь, что порадовала. Все, дорогие девочки, люблю, целую. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Всем привет из Канады.